Ход реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» проинспектировал представитель Федерального дорожного агентства Игорь Астахов. «Безопасные и качественные дороги» – один из 11 приоритетных федеральных проектов. За два года более половины от общей протяженности дорог в нескольких агломерациях страны должны быть приведены в нормативное состояние. Ульяновская область входит в число этих 38 агломераций. Сеть дорог агломерации около 1500 километров, и в течение уже этого года путем ремонта 150 километров Ульяновская область выполняет задачу, которая оставилась на два года, то есть более 50% дорог в Ульяновской агломерации будут соответствовать нормативным требованиям. Инспектор отметил, что все работы идут в соответствии с планом-графиком, а качество ремонта соответствует всем нормативным требованиям. Проект предполагает не только капитальный ремонт дорожного покрытия, но и реализацию комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения. На сегодняшний день суммы на ремонт дорог, которые вошли в агломерацию, составляют 1 миллиард 350 миллионов рублей. Из них 625 миллионов рублей – средства федерального бюджета. Часть средств запланирована к оплате в следующем году за счет двухлетних контрактов. На сегодняшний день выполнена работа где-то ориентировочно на 40%, оплачена вместе с федеральными средствами и на федеральные, на региональные и муниципальные дороги 470 миллионов рублей. 138 миллионов рублей – оплата по городу Ульяновску, и остальные деньги – это по федеральным автомобильным дорогам. В этом году на развитие дорожного хозяйства Ульяновской области было направлено почти 10 миллиардов рублей. Финансирование осуществляется из федерального, регионального и местного бюджетов. У нас есть, в принципе, полная уверенность в том, что все запланированные работы в этом году, несмотря на то, что их объем, хотел подчеркнуть, в два раза превышает работы 15 и 16 годов вместе взятые, они будут выполнены в срок. Да, действительно, у нас есть проблемы с погодой. У нас из вот этих двух летних месяцев две трети дней были дождливыми, но дорожники справляются, свою работу выполняют. На всех объектах ремонта на постоянной основе осуществляется лабораторный контроль и технический надзор, а приемка выполненных работ осуществляется комиссионно с участием представителей региональной общественной палаты, палаты справедливости, муниципальных образований и общественного контроля. Объект не принимается к оплате без положительного решения комиссии. Эльвира Зямалова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.